Всем привет, с вами Андрей и Наташа. Сегодня мы смотрим трейлер «Убийца». Это фильм, ну, сейчас есть какая-то, не то что мода, в принципе, она всегда была, но вот мы сели записывать различные трейлеры и очень много боевиков. То есть они разные, на самом деле, по настрою. Некоторые там более комедийные, какие-то более серьезные. Но во всех есть, ну, большие актеры, так или иначе. Вот в этом фильме единственное, что я понял по превью, это фильм вроде как от Netflix. Ладно, может ошибаюсь, но вроде от Netflix. И плюс тут играет Майкл Фассбендер. Это актер, который играл молодого Магнета в «Людях Икс», плюс «Прометей». Потом я видел с ним пару ужастиков каких-то не очень дорогих. Ну, в общем, в принципе, актер известный. Да, и да. Вот с ним тоже какой-то боевик, так что предлагаю просто посмотреть. Почему бы и нет? Да, давайте посмотрим. О. Сразу что-то происходит. Он убийц. Снайпер. Тут еще эта актриса, забыл ее имя. Королева из «Хроников Нарнии». На секунду показали буквально. Все. Да, это все-таки Netflix. Я до конца думал, Netflix или нет, или мне показалось. Ну, трейлер забавный в плане того, что я вообще не знал, что это. И вот стоит ожидать от боевиков, либо это будут фильмы типа «Неудержимые», либо более серьезные, но тоже на экшене. Либо, например, не совсем «Неудержимые», но фильмы по типу «Заложников». Вот. Они вот что-то между. Да, но тут более какой-то, ну, по трейлеру, по крайней мере, он более интригующий. Да. То есть мне показалось, по трейлеру выглядит даже реалистично, то есть он там заметает следы за собой, и он себе сам же говорит, надо действовать по плану, не нужно импровизировать, вот, потому что могут быть ошибки из-за этого. И вот этим вот меня даже немножко зацепило на самом деле, но, наверное, Стильный трейлер. Но, наверное, таких фильмов действительно много, потому что боевики действительно популярны всегда, да, я думаю. Вот, но в целом выглядит неплохо. Да, оцениваем, так сказать, фильмы с известными актерами боевиков. Да. Тут еще просто боевиков. Тут получается всего минута идет трейлер, и так немножко нарезали. В целом трейлер хорошо сделан, но все равно не до конца понятно, с чем он борется. Просто какие-то задания, видимо, или что это, да. Или будет какой-то протагонист ему. Тут не очень пока понятно. Тут в основном его показали и все. Вот. Ну, в целом забавно. Ну, выглядит прикольно, да. Неплохо. Думаю, мне больше добавить нечего. Пишите в комментариях, что вы думаете насчет этого трейлера, насчет нашей реакции. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, нам будет приятно. Всем пока. Пока.